Мы исполним типичное для Николая Олейникова стихотворение, которое называется «Чревоугодие». Однажды, однажды я вас увидал. Увидевши дважды, я вас обнимал. А в сотую встречу утратил я пыл. Тогда откровенно я вам заявил: без хлеба и масла любить я не мог. Чтоб страсть не погасла, пеките пирог. Смотрите, как вяну я день ото дня. Татьяна, Татьяна, кормите меня. Поите, кормите отборной едой, пельмени варите, горох с ветчиной. От мяса и кваса исполнен огня, любить буду нежно, красиво, прилежно. Кормите меня! Татьяна выходит, на кухню идет, котлету находит и мне подает. Исполнилось тело желаний и сил, и черное дело я вновь совершил. И снова котлета, и снова любил, и так до рассвета себя я губил. Заря занималась, когда я уснул, под окнами пьяный кричал: «Караул!» Лежал я в постели 3 ночи, 3 дня, и кости хрустели во сне у меня. Но вот я проснулся, слегка застонал, и вдруг ужаснулся, я вдруг задрожал. Я ногу хватаю, нога не бежит, я сердце сжимаю, оно не стучит. Тут я помираю. Зарытый, забытый, в земле я лежу, попоной подкрытый, от страха дрожу. Дрожу от того, что начал я гнить. Но хочется вдвое мне кушать и пить. Я пищи желаю, желаю котлет, красивого чаю, красивых конфет. Любви мне не надо, не надо страстей. Хочу лимонада, хочу овощей.
Но нет мне ответа, скрипит лишь доска, и в сердце поэта вползает тоска. Но сердце застывает, увы, навсегда, и желтая хлынет оттуда вода, и мир повернется другой стороной, и в тело вопьется червяк гробовой.